Отсутствие центрального водопровода в поселке Чкалово, нехватка тротуаров и благоустройство лесопарковых зон. Эти и другие темы обсудили уличные старосты Малаховки, Томилина и Краскова. На повестке дня стояли и другие вопросы. Так, общественников волнует недостаточное количество детских площадок в Малаховке. Уличкомы даже подобрали для установки игрового комплекса подходящий участок. Можно поставить за, ну, при одном условии. Если кто-то из владельцев территории своей частной выделяет кусок земли и ставит детскую площадку, мы поставим. Кроме того, на встрече поступило много предложений по организации пешеходных переходов и остановок вдоль Красковского шоссе. Не меньше уличкомов волнует вывоз мусора. Жителям частного сектора неудобно выбрасывать отходы по новым правилам. В свою очередь, власти пообещали найти возможность установить дополнительные контейнерные площадки. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.